там в Москве хоть и говорят, что там отказали тормоза или там электричество пропало, и поэтому поезд такого состояния пришел, я этому не верю. Так как от того, что электричество пропадает, тормоза резко, поезд резко не останавливается. Я думаю, что это связано с путевым хозяйством, это связано или стрелкой, или машинист что-то не видел, куда-то в другую ветку поехал, врезался, или просто сошел поезд, путевое хозяйство, наверное, не в очень хорошем состоянии было, и сошел поезд, и сзади идущий вагон догнал первый вагон, и поэтому думаю, что три вагона в таком плохом состоянии. Сказать, что там какая-то система отказала из-за этого, это случилось, я не могу, потому что система на то и называется системой движения, системой безопасности, чтобы не позволять таких случаев. Если даже электричество попадет, поезд остановится очень медленно. Для этого и существует система движения. У них там она по-другому называется, АЛК и АРС, по-моему, как называется. У них для этого и существуют эти системы, которые не позволяют, чтобы аварии происходили.